Впервые Павел Бородин попал в бассейн в 2 года. Отец привел его на сеанс свободного плавания. В 5 лет родители записали Павла в секцию. Мальчик пробовал заниматься разными видами спорта, но больше всего ему понравилось именно плавание. Он продолжил занятия и в итоге стал кандидатом в мастера спорта. Сейчас Павлу уже 15 лет, и поездки на соревнования для него не редкость. За плечами спортсмена 2 первенства России и 1 первенство федеральных округов. Я участвовал в очень многих разных соревнованиях, в том числе областные, всероссийские. На областных я довольно часто занимаю места, в том числе и первые, на всероссийских пока что просто участник. В Пензе прошла 12-я летняя спартакиада учащихся России. Турнир по плаванию стал самым массовым. В нем приняли участие 403 пловца из 53 регионов страны. Уровень соревнований довольно серьезный. Допускались только спортсмены в диапазоне от первого взрослого разряда до мастера спорта. На состязаниях была представлена и Нижегородская область. Павел Бородин отобрался на спартакиаду еще в декабре прошлого года, набрав необходимое количество очков и попав в 10-ку лучших пловцов области. В составе сборной он достойно выступил на 3 личных дистанциях – 100 метров баттерфляем и на спине, а также 50 метров на спине. Сам спортсмен довольно скромно рассказывает о прошедших состязаниях. Было 2 100-метровки и 1 полтинник. Было сложнее, чем обычно, но, в принципе, ничего нового. Соревнования прошли нормально, мне все понравилось. Но главный конек Павла – эстафеты. Спортсмен никогда не отказывается от них. Эстафеты требуют большой ответственности и командного духа, ведь после личной дистанции требуется выступить еще лучше и отдать все силы ради команды. По словам тренера, Павел – максимально командный спортсмен, который зачастую выступает в эстафетах куда лучше, чем в личном зачете. Саровчанин принял участие в 3 эстафетах и традиционно принес важные командные очки. В итоге сборная Нижегородской области заняла 15-е место из 52 возможных. Тренер Павла надеется, что руководство спортивной школы ИКАР продолжит поддерживать спортсмена в его стремлении к новым успехам, создавая все необходимые условия для тренировок. Цели, наверное, выполнить мастера спорта. Также не стоит забывать про учебу. Ну, посмотрим, как буду успевать совмещать спорт с учебой. Помимо занятий плаванием, Павел также играет в волейбол за сборную гимназии номер 2. В любом случае, отдыхать саровскому спортсмену некогда. Уже в сентябре его ожидает подготовка к отбору на первенство федеральных округов по плаванию. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.